have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки и таинственный портал, как клиффхенгер с прошлой серии. Поехали! Очень необычное местечко. Ха! Ха-ха-ха-ха! А сюда можно Почему-то одна плита открыта. А, да? Они как-то по времени? Не, ну хорошо, но я подожду. Надо было засечь, наверное, сколько времени. Мне нужна вот эта штука. Прикиньте, они как-то по-разному по времени будут. Ладно, ребят, погодите. Я не знаю, я тут уже вокруг портала бегал и в одну сторону, и в другую, и как это все работает. То есть плита как-то сама переключилась. Это, конечно, круто. Но я не понял, какой механизм при этом был задействован. Случилось ли это рандомно или это от моих действий? Давайте спустимся вниз. Склеп Орула. Фига себе. Это таймер? Звучит как таймер. Слышите, да? Кнопок я тут, кстати, никаких не вижу. Возможно, их тут нет, а возможно, прям я их не вижу, поэтому... Хорошо, пойдем обратно. Видимо, да, плиты переключаются по времени. Ну, хорошо, вовремя я сюда подошел, забрал этот чертов ключик. А тут больше ничего нету, да? Давайте пройдем эксперимент. Отдохнуть. Да, видите, плиты переключаются чисто по таймеру. Значит, можно было буквочкой R. А теперь мне к двери надо. Видите, теперь она здесь. Мне совсем чуть-чуть надо, чтобы пройти туда. Погодите, сохраняемся. Есть. И таким же образом мы отсюда выходим. А, это был секрет. Я просто подумал, в чем смысл этой загадки, если... Мы всего лишь нашли, как просто выбраться из этой комнаты. А вот в чем смысл загадки. В склеп зайти, да? Ёлки-палки. Стоп.
Начинаем драться. Огненные меня, конечно, немножечко поднапрягли, но ладно, с этим ничего не поделаешь. Этого я не пробил, этого я промахнулся. Ты, блин, вовремя проголодался, просто звездец как вовремя. Фух. У тебя тупо перегруз, да? На тебе молоточек этот. А ты... Знаете, черепашатины схавай и закройся там. 12 камней, кстати. Мы подобрали камни, которых нам не хватало, грубо говоря. А что у нас там по еде было? Вот это совсем чуть-чуть на покушай. Секира, душегуб. Тяжелая двуручная. 27,82. Тяжелое оружие 5. Истребление, особая атака, критический урон. Навыки у нас есть. Да, прикиньте, за каждое очко навыка твой шанс критического урона в ближнем дальнем дальнем бою увеличится на 3%. На третьем уровне навык ты будешь наносить тройной урон кинжалом при нападении врага. И на пятом... Короче, это, ну, такое себе. А... Нет, конечно, да. XP мне дали, правда, покалечили меня чуток, но... Но оно двуручное, понимаете, в чем прикол? Я потеряю уклонение 7. Ну, с другой стороны, уклонение 7. Он же не защиту мне давал, да? Там успокойся. Это, например... А, это уклонение 10. Блин, хороший щит. Метеоритный к тому же. У меня весь сет метеоритный. Метеоритные рукавицы, и метеоритный шлем, и метеоритный щит. Ну, кроме вот, вот этого, конечно. А по урону... Блин, успокойся. Вот это засада, меня чуть не прикончили. По урону, конечно, будет... 53 на 144. А! Чего я заморачиваюсь-то? Я ж могу двуручное оружие в одной руке носить и... Ай, блин, вот же ж этот, да? 27 на 82, но он прям очень лучше. Он прям очень лучше. Я как раз взял эту секиру походить. 53 на 144, 70... Ну, прям очень хорошая вещь. Надо будет потом, наверное, разобраться с этими пушками. Сейчас я все это тяжелое оружие таскаю, оно же тяжелое. Ну, ладно. Вот это на нас, конечно, поднаехали немножечко. Блин, эта секретка того стоила. Тиканье механизма внизу дает четкое понятие. Блин, теперь мне ждать, пока оно опять сюда придет. Иначе я отсюда ж не выберусь, да? Или... Или выберусь. Куда меня телепортнет, если я в центр? Все, нормально. Да, это было круто. Хорошо. Напоминаю, что мы ждем еще один уровень у мага. Этого уровня осталось буквально чуть-чуть, 8000 еще экспы. Вот, для того, чтобы... Не могу сказать. Для того, чтобы вкачать ему метеоритный дождь. Аллилуйя, метеоритный дождь. А что такие меры безопасности? Одна решетка на ручке, другая решетка на ручке. Что тут будет происходить? Надо зарядить вот так, наверное. Дверь. Здравствуйте. Ну, ну, как бы дверь-то, оно, конечно, да. Но, наверное... Знаете, на что это похоже? Помните загадку? Раз, два, три. Я думаю, надо зеркально положить, да?
Раз. Тут есть? Есть. Два. И тут есть. Да. Это сработало. Хорошо, это было интересно, но на самом деле не сложно. Арбалет. Дверь закрылась, но мне как-то на это пофиг, я опять же камушками отделаюсь. Арбалет это у нас, скорее всего, вот ты, дружище, будет. 11 на 33, 11... Он такой же. Он такой же. Это печаль. Морозные бомбы, да, я заберу. Где оно там было? Вот, на. Погоди. А, это... Тьфу ты, блин, что я туплю-то? Это же электрические заморозки. Так, на тебе морозную бомбу. И шлем... Ну, шлем обычный. У меня такой есть, и, по-моему, даже уже второй такой, потому что один я где-то выкинул. Поэтому да. Но эта загадка, конечно, легкая, но и добыча тоже. Ну, бомбы, да, хорошо. Тут все? Все. Как-то аж не знаю. Ну, я... Погодите, а где я нашел первый арбалет? Где я взял первый арбалет-то? Я уже и не помню. То ли в каком-то секрете, то ли еще что-то. Так, хорошо. Тут у нас все. Я так понимаю, да? Мы сможем... Здесь я не смогу забраться, надо будет в обход пилить. По мосту. Оу. Это я находил стальные рукавицы, да? Стальные броня 12. Тут защита 18, тут защита 15. Да. Я их, видимо, находил и тут же и оставил. Сюда. Нам нужно просто на уровень выше подняться. И вот сюда. Топорики от этих ребят остались. Может пойти, кстати, сохраниться. Давненько мы этого не делали. Итак, мост. Мост у нас вон там, с той стороны. Интересная локация. В принципе, довольно интересные загадки. Ну, такие не зубодробящие, но приятные. Приходится подзаморочиться, подумать. О, видите это говно вон там за дверью? Так, хорошо. Пробеги над... А, пробеги под мостом. Раз. Два. И еще раз. Раз. Два. И над. А затем повтори. Пробеги под мостом. Раз. Два. И над. Да. Это работает. Хорошо. Опять же, приятно. Почему я на арбалете сижу? Куда он делся? Свидание. Там еще одно. Я не это имел в виду. Так, там что-то... Там что-то прям стреляет.
Как ты промазал? Так, одна стрела улетела, она вот туда. Да, хорошо. Есть скважина с ключом, ну, с черепом. А что там? Мы не знаем. Хорошо. Мне понравилось, когда я сюда выстрелил, там были горшки, может... Давайте еще раз. Я хочу видеть, что там. Вроде как ничего, но тогда зачем оно там? А, магический барьер. Ко мне, блин. Мне теперь не дает покоя, что... Ой, блин, тут еще одна фигня летает. Поджог. Неплохо критом влетело. У меня 17 стрел. А, вот, еще две. Почему они не подбираются? Вот серьезно, вот не обратил внимания. По-моему, я такие арбалетные стрелы тоже профукал. Покои Ксаранта Червивого, бессмертного чемпиона Некса. Видите, вот эта штука. Это решетка. Как только я туда стану, решетка закроется и откроется с той стороны. Ну, по крайней мере, это логично предположить. Поэтому я, наверное, пока что... В другую сторону схожу. Три хилки тоже как бы намекают немножечко. Мол, чувак, подумай, что ты делаешь. Три хилки. Четыре. Тут просто на, пожалуйста, запасись хилками, иначе тебе задница. Ой, блин, я не люблю такие намеки. Ой, как я не люблю такие намеки. Просто комната с хилками. У меня манна заканчивается. Так, что с тобой? Ты окаменел, парализовали. Отдыхаем. Заодно и парализация сойдет. Паралич этот. Я в кристальных пещерах волновался насчет хавчика. Вроде как время от времени мне его подкидывают, и вроде как проблемы нету. Но оно каждый раз как-то так держится. Не то чтобы на волоске. Хорошо, тут нам предлагают лесенку спуститься. Вон то место, оно очень подозрительное. Кроме того, что там стояли метательные топорики, я заберу. Потому что у меня ножики заканчиваются. Шматье. Уклонение 4. Ловкость 1, живучесть 1. Держи. Это явно лучше. Так. Что-нибудь пожрать, да? Так, пустой мешок раз, пустой мешок два. Во-первых, тебе. Во-вторых, тебе. В-третьих, тебе. На тебе ногу. На тебе рыбу. Что с тобой? Ты еще у нас держишься, да? Но вот опять же, видите, еда заканчивается. Не очень приятно. Так, что у нас тут? Мне кажется, я наступлю и могу упасть к черту.
Там портал где-то за стеной. Кнопочек нету. Давайте сохраняться. Итак. Я нанесу тебе удар. Сосульками из-под земли. Свиток. Огненный шар. Шоковый щит. Зов ночи. Шаровая молния. Свиток, щит, молния, ледяные шипы. Магия воды, магия земли. Мне чего-то одного, кстати, не хватает. Там... А! Погодите, это просто бонус. Ну, я понимаю, что бонус это, конечно, приятно. Я хочу эту книжку, но это не проход дальше. То есть, можно пока что насчет этого сильно прям не заморачиваться. А это я получу, наверное, когда убью босса. Черт. Сейчас я накрафчу еще бутылочек. Ну что ж, я немножко подготовился, ну как мне кажется. Взял бутылочек защиты, скорости, воскрешения. Тут тоже у нас и защиты, и ярость. И на вторую руку везде поставил бомбы. Где-то только возможно. Все-таки буду ходить, наверное, с арбалетом, потому что я что-то думал... Я не знаю, что я думал. Ну, лук нам попался позже, он чем-то лучше, там, тот все, то, по-моему, нифига. Пойдемте попробуем пощупать босса. Видите, там даже на карте отображено, что там две двери. Как только я зайду, одна из дверей закроется, и мне просто кирдык на месте. Я, по-моему, в ту сторону иду, да? Да, мне через эту дверь. Сюда и сюда. Да, ну, блин, что-то у меня такие ощущения насчет этого босса не очень хорошие. Не могу это никак объяснить. Тупо почему-то вот, ну вот, не нравится он мне. У меня есть какая-то общая защита. Силовое поле. Что мне это даст? Я что-то не то сотворил. А, ну снизу... Нет, погоди, да это... Ледяные шипы, вспышка пламени, свиток облака, невидимость, ядовитый щит, не то. Огненный шар, шоковый щит, зов ночи, шаровая... Теоретную дочь надо выложить. Блин, он бы мне сейчас пригодился. Ой, как пригодился бы. Я могу, конечно, рискнуть и книжку потратить. Щит. Третья стрела, облако яда, вспышка пламени. А, его надо завершить. А на какое он время? Ха! Нет, это, конечно, весело, но... он на время. Получается, я оказываюсь, ну, грубо говоря, в полной безопасности, да? На какое-то время. А как он кастуется на себя или перед собой? Я тоже, кстати, из него выбраться не могу. Промах. Ясно. Хорошо. Пробуем. Давайте я, наверное, сразу вот так вот сделаю. Так.
ребят, очень много. Он меня обошел. Банки не жалеем. Жалеем банку, не жалеем. Все. Ну, кстати, вот сейчас силовое поле. Хорошо, что я вспомнил про это заклинание. Оно мне помогло. Пару раз оно меня отгородило от этого чудака, чтобы я мог по-человечески, там, не знаю, справиться с этими ребятами. Да не, ну вы чё, если бы я раньше пришел к этому уроду, он меня завалил бы. Вы чё, как это? Амулет не рыгало. Не ргало. Здоровье плюс 50. Вот так вот, бах, сходу, тупо плюс 50. Владелец приобретает иммунитет. Это, естественно, не поменяю. Вес это я тоже не поменяю. Кстати, а бомбы... Пусть они остаются на своих местах. Что мне мешает? Мечи. Мечи обычные абсолютно, да? Длинный меч. Он просто с двумя мечами ходил. 8.24... Черт у вас. Тут, кстати, неплохая комнатка для драки, смотрите. Ну, музыка, конечно, была эпичная, все, но... Наверное, я просто ожидал худшего. Сюда можно зайти с золотым ключиком. А я зайду, сейчас посмотрю, что это такое. Вот тут. О, это очень полезно. Это очень полезно. У меня их уже 5, между прочим. Магу осталось совсем капельку. До уровня. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь получу. Так, а что вы от меня хотите? А, это ключ с черепом. Все, понятно. Не осталось свободного места. Как круто. Так, бутылочки. Все сюда мелкие складываем. Большие хилки оставим тут. А бутылочки нафиг. И медальон тоже сюда нафиг. И, наверное, вот этот кинжал, он, конечно, классный, но пока его тоже сюда. Проход по мосту. Это мы уже усвоили. Это у нас уже было. Спасибо. Вон там есть область неисследованная. Блин, надо сохраниться, наверное. Серьезно, вот эти звуки, они как будто, знаете, у кого-то в животе урчит. Так, хилочка у нас восстановилась немножечко. Выросла. Новая травка. Ну, по сути, да, получается, что проблема этого босса, что он воскрешает довольно сильных противников. Очередной раз у меня сложилось впечатление, что я сюда пришел поздно. Что сначала надо было, наверное, идти сюда, а потом в кристальные пещеры, потому что... С другой стороны, в кристальных пещерах тоже не было супер сложно. Я даже не знаю. Пробуем. У нас 3 ключа. Что нам тут предложат? Нам тут предложат метеоритные поножи. Которые я возьму. Которые я, ребятушки, возьму. Мне вот для коллекции... У меня тут перчаток... Блин, у меня же там были перчатки... А, это были перчатки с тяжелой брони, потому я ему никак их не... Вместе... Погодите, а у кого? Тут штаны с легкой брони тростниковые. Тут зельки противоядия.
Да, пульки я тоже приобрету себе. Я возьму. Метеоритные поножи. У меня, получается, к метеоритному сету пара вещей не хватает. То есть доспеха и штанов, по сути. Потому что у меня довольно неплохо все складывается. Что они там дают? Защиту 18. Хорошую защиту дают. Я потрачу. У меня 3 золотых ключа, а тут хорошая вещь. Я возьму. Мне не проблема. А что так темно-то? Ну, получается, тут у нас все. Чувак, конечно, бессмертен и силен, но меня, выходит, просто больше запугали, чем... Да, нам сюда. Хотя неизвестно, что будет за этим ключиком еще. Давайте-ка зарядим. Я постоянно просто забываю, что у нас... что у нас этот чувак без поручей, без перчаток ходит. За стенку куда-то бьет. Почему, например, я сюда иду, а не туда? Хороший вопрос. Там, кстати, тайна... О! Тайна того островочка в воздухе тоже так и осталась не раскрытой, к сожалению. Эта штука явно должна стрелять. И стрелять она должна вон туда. Из-за того, что здесь портал, будет происходить перенаправление. Ясно. То есть эта кнопка у нас запускает как раз стрельбу. Нам дают просто пройти, да? Это пока что. Да ладно тебе! Ты издеваешься. То есть я должен упасть и нажать. И куда оно полетит дальше, мы не знаем. Если бы мы знали, что это такое. Оно летит потом еще раз. А... Погоди, а толку? Ну, давай попробуем. Я затупил, согласен. Сработало. Но нужно было его туда-сюда прогнать. В принципе, кстати, интересно. До этого нужно додуматься. Мне нравится, когда вот не просто пришел и вот оно есть, а до этого нужно додуматься. Это всегда прикольно. И ни одной кнопки, серьезно? Вон, кстати, последний камушек, который мне нужен. Мне бы каким-то образом открыть вон ту дверку с порталом, чтобы они начали идти ко мне. Потому что я к ним падать не хочу. Да,
Давайте поищем кнопочки. Тут, кстати, какая-то дверь есть куда-то, что интересно. Не, упасть к ним я, конечно, могу. Я их даже всех, скорее всего, перебью в том состоянии, в котором я сейчас. У меня есть и хилки, и все для того, чтобы это произошло. Но... Даже не знаю. И причем, что там есть тоже дверь. Погодите, хорошо. Давайте вернемся. Понятно, где у нас камень находится. Давайте вернемся. Еще раз мне его открывать уже не придется, так что с этой стороны все хорошо. У нас есть вот это место. Больно. Так, 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 хорошо. Они там летают по кругу, и у них все нормально в этой жизни. Что? Ну, выкопался ты, и что? Блин, их тут много. Мне остается только крысюка лечить, потому что если я буду отвлекаться, мне еще и мага покоцают. На 111, кстати, неплохой урон. Тварь. Сдохни, пожалуйста. Ну, хотя, знаете, судя по тому, как меня сейчас начали разбирать, может быть, я бы там и не выжил. Нет, ну, наверное, выжил бы, опять же, все зависит от количества хилок. Сейчас меня потрепали очень прилично. И маг проголодался. Бедненький голодный, чтоб тебя. А тебе черепашатины? Ужрись. Дайте мне уже чертов левел. Так, тут все выкопалось, все, что могло выкопаться, да, уже? Нормально? Не все. Просто два, кстати, плохой урон. Наверное, надо, кстати, отдохнуть. Потому что я... Ой, блин, там еще такая же говна идет. Все нормально, ждем. Да чтоб тебя, сколько вас тут повылазило, чтоб вам повылазило. Хорошо, хоть немножко успел восстановиться. Все? Спасибо. Фух, очень много. Ну хорошо, будем это называть подвальчик с экспой. Тут буквально еще там пару тысяч надо. Ой, блин, свет потух. А зачем это место внизу? Чисто что... Нет, погодите, там что-то... Эта стенка непроста. Хотя там есть решетка сверху. Вверх она не уедет, эта стенка, никак. Давайте я поищу минуточку кнопки, если что, вернемся. Не вижу я тут никаких кнопок.
Дверь сюда, дверь. Погодите, а лестница? Да, через эти я могу ходить, просто меня будет каждый раз догонять фаербол. Есть ли вариант, что кнопка где-то здесь? Я сейчас хаваю парочку фаерболов, ну блин, ладно. Фиг ли тебя покалечило-то? Возьму маленькую баночку, последнюю, по-моему, которая у меня была. Блин, больно. Кнопка. А как? Погодите, это слишком быстро. Мне нужно будет на зелье скорости рвануть туда. Ай, блин. Чего вы все голодаете-то? Есть, у меня где-то было зелье ярости. Того еще и накормил, но он молодец просто. Че тебе скажу. А, где-то у меня было зелье. Или оно было у тебя? Антидот, ярости, защиты, скорости. Хорош, хорош меня бить, твари! Торс, это уберет регенерацию, и тоже торс уберет регенерацию, но мне это сейчас не нужно. Ну, относительно, конечно. Хорошо. Я понял. Сколько оно будет действовать? Иди нафиг. Хе! Ух! Погодите секунду, а зачем мне это? Ну так, это же шорткат. Я там уже был. А, вот, кстати, все, я понял. Кусочек сыра, который... так, тебе по голове прилетело, тебе маленькую... Вот, все, теперь я использовал последнюю маленькую исцелялочку. Вот эта дверь у нас осталась. А, вот зачем я этот шорткат. Я что-то пробежал туда и даже назад не оглянулся. Нормально так. Статуэтка ледяного стража. А, погодите. Я, кажется, начинаю понимать. Кристальный шлем. Это у тебя кристальный сет? Кристальные рукавицы? Да, получается, кристальный шлем, броня 15. Идешь сюда. Этот шлемчик мы оставляем здесь. У тебя будет кристальные рукавицы, ботинки, щит и шлем, а у тебя будут метеоритные. Все, хорошо, мы договорились. Статуэтка. Статуэтка. Нормально я так прошел мимо, даже не глянул. Ну хорошо, у нас тут есть... мы сюда даже не ходили еще. Серебряный скипетр из Храноса. Или из Храноса. Но меня тут сейчас запрет, как только я... Да?
энергетическое зелье. На тебе, энергетик, блин, юный. У тебя есть и большое, и маленькое. Что-то я, по-моему, ни разу ими не пользовался за все это время. Лопата. Типа, на, чувак. Мне скажут, где это выкопать? Там, где невозможно укрыться от солнечного света, стоит самое одинокое дерево в мире. Отсутствующая ветвь указывает направление. Иди в ту сторону, никуда не сворачивая. Там, где невозможно укрыться от солнца, стоит дерево. Я, кстати, мог к кристаллу сходить. Иди, никуда не сворачивая. Так, подожди минутку. Это у нас статуэтка ледяного стража. Я даже знаю, куда ее нужно. Сейчас бы только найти это место. Сейчас бы только найти это место. Нет, это кладбище. Где была эта... Должна быть лесенка маленькая вниз. А где? Маленькая лесенка вниз. Это явно не здесь. Да, в склепе я уже побывал, и там вроде как... Блин, я что-то в упор не вижу этого места. Это там, где книжку можно было получить. Помните, там сказано, бью тебя ледяными шипами из-под земли. А где это? Сейчас, ребят, минутку. Я вас оставил ровно вон там. Все это время, пока я стоял и думал, оказалось, что все это время оно было прямо подо мной, это место. Это было настолько глупо. Я его так и не нашел. Просто я потом выключил карту, оказался в темноте, запутался, упал и случайно оказался на правильном месте. Спасибо, блин. Книга воды. Стойкость к холоду. Вот 20-рик. Навыки, статус. У нас к холоду у тебя... Киад 86. К холоду 22. 21. 14. И 52. Ну, наверное, чтобы тебя не так быстро убивали холодом, что ли, давайте ему отдадим, крысюку нашему. Хорошо. И статуэтку мы заберем с собой. Видите, она одноразово открывает нам проход. И потом обратно включается. Она нам нужна еще будет. Статуэтка изображает духа в доспехах, покрытого сосульками. Сосульками. Да. Вот, совсем рядом это место было. Я просто шел-шел, пирожок нашел. Оно вот где ключ, видите? Где черепа-ключ. Прямо здесь. Так. У нас остается... Большой файт. Сейчас, а как туда добраться? Чтобы я вспомнил. Этот сюда. Сюда, сюда, сюда. Да нет, вроде все правильно. Просто не попасться под огненные шары. И теперь... Похоже, проход только один. Да, это тот, который я открывал как раз. Вот сюда. Отлично. У меня, кстати, у крысюка осталась последняя бутылка. Что-то я их много понарасходовал. Надо возобновить ему немножечко питание.
Хорошо. Мы пойдем туда, мы получим уровень, это точно. Но до прихода в эту баню уровень мы никак не получим, тоже понятно. Никаких пьедесталов у нас тут нету. Тут есть какая-то дверь. Как туда попасть? Ну что, ныряем в эту фигню, не ныряем? Чем вообще делаем? Тут их очень много. Тут их очень много. Я, наверное, еще одну зельку отдам крысику, потому что его придется много лечить. Ну давайте рискнем, сохранимся. А, в любом случае, я оттуда по-другому никак не выберусь. Мне должны будут открыть портал. Так, вот пока меня окружают. Чувака прилетело. Неплохой крит прошел. Они тут загораются, прикольно. 102. Этого чувака надо подлечить. Блин, помогу начали бить, мне это не нравится. Взял и промахнулся, ну ты нормальный вообще. Держимся, ребят, держимся. Хорошо, вроде остался последний. А, нет, еще два. Когда ты успел сюда прийти? А, дружище? О, рычаг. Я все это время был рядом с ним. Ух. 12 стрел. А, что у нас тут? Какая-то рубаха порванная. Рваная рубашка, нафиг её. Блин, мы экспу не... Ну, как бы получили экспу. О, 5 ядер. Ядерное оружие. Тебя даже не перевешивает. Ядра я отсюда, наверное, вынесу, потому что... Чем черт не шутит? Может, я когда-то реально начну пользоваться этим? Было бы жалко оставлять это. Так, хорошо, еще один рычаг. Их надо, наверное, все дернуть, мне кажется, да? Вот стрела арбалетная. Я прохожу по ней, но она не поднимается. Почему? Ждем, отдыхаем. Проголодался, бедняжка, блин. Каст заклинаний забирает слишком много энергии, да? На тебе черепашатина. Нет, все-таки с едой немножечко начинается подпроблемистость такая. Раз. Это обычный портал открылся. Два. Внешняя дверь открылась. Три. Мы забираем камень. У нас их 4. Сейчас я быстренько проверю, нет ли тут больше никакого лутецкого. В этом, например, кнопочек никаких нету. Вон травка валяется, чё бы ей не взять-то. По-моему, я этой травой вообще ни разу за всю игру не пользовался. Это, конечно, мой косяк, я не говорю, что она здесь не нужна, а в смысле... Ну, мне бы, наверное, легче жилось, если бы я ее пользовался. Так, нам дальше, между прочим. Я что-то сейчас не понимаю в этом мире, да?
Давайте тогда... Нужно было 4 рычага дернуть. Да, нужно было 4 рычага. А, мы еще и глубже идем. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полегче. Итак, лаз на поверхность. Давайте. А, вот где мы оказались. В самом торце. Блин, а там, кстати, что за место? А почему я сюда не заглянул? Странно. Ладно, ребят, у нас есть... отмычка. У нас есть 4 камушка, между прочим. Может, кстати, вот ядра мы тут пока оставим. Надо, чтобы их было заметно. Давайте. Тут тоже незаметно. Ну ладно, что есть, то есть. Лаз на поверхность. Это у нас сокращалочка. Супер. Че, я не залетел его? Кристалл. Что не может не радовать. Склеп Орла Червивого. Павший в многочисленных битвах, он вновь восстает благодаря силе кристалла. Я не хочу сюда идти. Взял такой, открыл просто, ну нафиг. Это зелье защиты? Спасибо за намек. И кристалл. Вот прям вот так, да? Давайте буквально шажочек. А как там еще камень, если... А? Я думал, их 4. Ну как бы, да, их надо 4. Я что, в кристальных пещерах что-то не все подобрал? Святилище. На, вот эта штука откроется. Вы слышите, да? Стеночка. Стеночка откроется. Лаборатория. Ключ. Мавзолей. Ага. Вот как оно. Не та дверь. Я хочу... Вот так вот сделаем сейчас. Все, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. Я не знаю, что это за камень. Получается... Нет, я думал, что я соберу 2 камня в кристальных пещерах. И 2 камня здесь. Я такой, о, у нас 4 камня, я могу создать элемент. Осталось только найти храм. А, ну нифига. Тут есть еще какой-то камень. Дополнительно он явно, значит, не один будет. Или... Блин, я, честно говоря, в недоумении сейчас. Ну, по крайней мере, у нас есть дорога дальше. Пойдем в склеп Оракула потом исследовать. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.